Отпечатки лап ископаемых четвероногих животных обнаружили двое ученых в горах Южной Польши. Существа обитали там 397 миллионов лет назад, что делает их самыми древними предками всех сухопутных позвоночных. Данное открытие бросает вызов всем существующим теориям эволюции. Это открытие противоречит всем принятым теориям относительно одного из самых важных событий в эволюции. В двух словах, процесс эволюции начался намного раньше, не тем способом и не в том месте, как мы считали прежде. Найденные следы на 18 миллионов лет старше, чем самые древние обнаруженные ранее остатки тетраподов, позвоночных животных с четырьмя ногами. Предполагается, что длина этих существ составляла около 2,5 метров. Я немного беспокоился, что Пьер Эрик Ахлберг, ученый, с которым консультировались относительно находки, примет ее за шутку, поскольку она противоречит всем современным теориям эволюции четвероногих животных девонского периода. По мнению ученых, 397 миллионов лет назад то место, где найдены следы, было морской лагуной. Согласно предположениям, берег был заманчивым источником пищи для обитавших в воде существ, что и заставило их в конечном итоге выбраться на сушу.